Всем привет, с вами Сёмка Игроман, и мы с вами продолжаем метрошку. Короче, у меня есть проблемы с голосом, если вдруг он осипнет, я тут не виноват. Короче, собственно, прошлой серии были у нас с вами, так сказать, дружеские посиделки с пустынным мальчиком. Пустынный мальчик, если что, это наш черный. Собственно, если ты не видел прошлую серию, ты не знаешь, что это такое вообще. Посмотри, что могу сказать, посмотри. Так, противок у меня не разбитый. Фильтр что, фильтр заменю? Фильтр заменю, протри, пожалуйста. А, он не протри, окей. А ну-ка, а что будет? Что будет? Ну-ка. Все то же самое. Ну ладно, окей. Так, сейф. Внезапно. Я бы не узнал, собственно, про него никогда вообще в жизни. Понятно, окей. А, собственно, есть у нас такой шнырь, как демон. Это сволочь. Это мразь. Это еще та падла. А, вроде, мы с ним были дружбанами, но в прошлой серии он решил просто мне перегрызть трос, и я провалился сюда, вот сюда. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Вот так выглядит. Откуда я знаю, почему? У тебя какой-то странный вопрос, если честно. Чернуха. Очень странный вопрос. Что по фильтрам вообще? 12 минут. Побольше бы. А, ну, собственно, окей, заставка. Блин, надо было тогда до этого места все же добежать. Ну да ладно, собственно, пофиг. Мы идем в полис. Путь вдвоем. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Ну, пошли. Пустынный мальчик, поработаем вместе, так уж и быть. Тихо, задание новое. Ничего ж, пожалуйста, не говори. А, добраться до полиса и сообщить о планах красных. А, собственно, если кто не знает, хотя вы должны были знать, смотрели метро. А, красные это сволочи, это твари редкостные, уроды, упыри, с которыми не стоит иметь никаких дел. Вообще никогда. Обосраться тут, флеш, чувак. Ети же. Так, ну тут 100% что-то должно быть. Ой, фу, 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 гадость, параша, протри нахрен. Офигеть меня колбасит этим ветром, конечно. Будь здоров, колбасит меня этим ветром. Так, еще все больше, ничего нету? А, тихо, пропустил, так и знал. А, вот тебя. А тут противогаз просто другой, и все. Ну, если бы не пропустил, ну мало ли, может там что-нибудь бы лежало другое. Хотя кроме аптечек там всегда ничего такого не лежало. Хотя там фильтры, по-моему, было дело, лежали. Точно не знаю. Вагон-то можно обследовать? Ну, видать, нельзя, ладно. Газелька стоит. Ну это Россия, братан. Что ты хочешь? Присел, блин. Там кто-то есть. Где? Отсюда трудно видеть. Ага. Ну там? Ну, понял тебя, окей. Ускакал? Давай. Блин, а вагон нельзя обследовать? Жалко. Там под ним куча всего было бы. Ну-ка, залезь. Артём такой непрыгучий вообще. Чё по патронам, все плохо? Но я бы не... Конечно, я бы не... Охренеть, я распаду по оружию. 5-5-5.
Так, а все, тут больше нет ничего? Серьезно? А что так скудненько? Ну-ка. Хотя тут тоже помещение какое-то есть. Ёшкин кот! Да твою ж ты мать, а! Ну просрал аптечку, ну идиот! Да подожди ты с ним фильтром. Вообще ничего нет? А, тихо, ящик. Окей, неплохо. Так, а по заметкам-то у нас что? Тоже жесть? Жесть? А, ну нет, не очень. Вот, блин, вот переправа, две заметки пропустил. Две заметки пропустил, а? Ну как так-то? Ну как так-то? Депо одна заметка. Где она хрен его знает? Почему Артём не может элементарно забраться вот сюда? Угу. Молодец. Куда нам идти вообще? Туда. Ну все правильно, я иду. Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Угу, я тебя понял, дружище. Чё задыхаешься-то, Артём? Ну, фильтр поставил. Не звезди. Есть что-нибудь? О, спасибо. Видать, кто-то еду запасал. Я говорю, все, у меня голос начинает сипнуть. Ой. Вот теперь все. Все, пойдемте. Кто такой? Здорово, я! Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Це ж рейнджер з Порісу. Ага, я рейнджер Порісу. Ага. Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можешь поторговать с хлопцами. У нас перед... Могу поторговать с хлопцами. Могу. Пихайся, не пихайся, не пихайся. Кто такой-то вообще? Не пихайся, сказал. Я заметки ищу так-то, слышь? Погодка, зашибись просто. Ну, на русском начал разговаривать. Тю, ледь не забыл. Мельника, как побачишь, и Таня переказывай. Від Степана. Він знает. Витания? Окей. А у вас так-то тут ничего? Давай, дорогой, я тебе патрон. Подкупим поменял. Патронов, знаете на что? Хороший полный патрон. Комплект на автомат очень куплю. Хороший. Полный комплект на автомат, а, на тихаря. Дорогой, а, у меня полный, окей. И на дробовик. Покупай. Кацо, ты на гильзы не смотри. Как стреляет, смотри. Тех-пех, как стреляет. Тех-пех. Хорошо стреляет, видать. Приходи, дорогой. Раз тех-пех, то хорошо. Все нормально. Слушай, Кацо, выбирай, что хочешь. А у вас можно купить... А, у вас пушки можно купить? Да? Все распаковывать не стану. Только лучше. Лучше, говоришь? Я хотел, знаешь, что попробовать. Вот обмен какой-нибудь другой дробовик. Так, это тихает, подожди. Смотри, какое состояние. Привет. Не царапин. Привет, скорее. Отличное оружие. Тебе подойдет. Бери, не подведет. А, мощнейший из метро винток. А, понятно, все. Ну и ты, собственно, абзац. Полный. Смотри, как-то у меня был состояние. С ним абзац. Не царапинки. Блин, вот я думаю, тут, конечно, еще дробовичков есть. Давай, рейнджер, вооружайся. Конечно, я знаю, что есть, но... Ублюдок мне все-таки больше нравится. Ну, как-никак, служу. Чего мне не скажешь? Слышал про Октябрьскую, чего рассказывают? Эпидемия там какая-то, чума. Да я, Вия, даже был там, прикинь. Одна станция за другой гибнет. Жалко, конечно, людей. По приколу просто их тушу. Я не знаю, зачем я это делаю здесь. И зачем я сейчас включил фонарь. Тоже не особо знаю. Хочу подойти-то. Так, продолжается поиск заметок, если что. Здорово!
Пустынный мальчик. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Ой, сволочи. Не знают, что мы уже здесь. Угу, тихо, новое задание у нас. Депо, выяснить планы солдат красной линии. Все, я их больше не вижу. Твою мать. Так точно, товарищ лейтенант. Так, ну берем тебя, это прям 100%. И тут нету. Никого. Ты чё, тоже типа стреляешь, да? Окей, молодец. Окей, удачи тебе, чувак. Вражина! Народ есть, кто живой! Убит! Тревога! Тихо, сидим. К бою! У нас гости! Твою дивизию! Курси вы? Откуда? В курсе я, то есть... Нет, он уже никого не видит. И ты тоже. Твою мать! Запалили! Зараза, вот тут нельзя промахиваться! Промахнешься, запалят! Все, тебе только отсиживаемся. И редко постреливаем, потому что иначе будет жопа, если я высунусь. У них там такие обвесы, они так обвешаны жестко. Как ты живой-то до сих пор, а? Не знаю, стихаря, мне кажется, вообще нету такого. Сильно, так, нет такой сильной потребности перезаряжаться, если в магазине еще есть патроны. Как бы тихарь это тихарь. Все? Все. Все? Ну мало ли. Мало ли шнырь этот выживет. Видите, тем более он очень быстро перезаряжается, поэтому в этом нет большой потребности. Вот как? Все, у меня король... А нет, не закончился у меня он еще. Что ты говоришь мне? Обосраться, сколько я патронов еще только что потратил. Сколько там у меня осталось вообще? 7 патронов. Блин, я не хочу к ним спускаться, это дебилизм. Идиот, зачем я это сделал сейчас? Уже не высунется теперь, он один остался. Потери! Я реально придурок какой-то, или чё ли? Да что-то я делаю-то, господи, ёшкин кот! Да сейчас все патроны на воздушку, фу, на тихаря просру. Ну, не буду я по тому баганому чертю стрелять. Черту. Так, вот там, короче, какой-то чертик есть. Угу. Разбагался, сволочь! Ну на, получи теперь тогда. Магазин пустой. Кого, у меня? У нет. Потери. Все? Не, ну все, где-то еще кто-то есть. Кто-то где-то еще ходит. Что-то за хрень сейчас была. Не знаю. О, фильтры, спасибо. Блин, можно тут противогаз-то можно снять, наверное? Серьезно? Почему я такой невнимательный местами бываю, а? Да кого нету-то? Вас так-то тоже нету. Я вас не вижу ни одного человека. Скорее всего, они там все. О чем не вы? О чем мне с вами выходить, что ли, на этот? На ближний бой, вы же меня убьете сразу. Сразу. Этот свет меня не палит, я так понимаю. Вообще нет, нифига. Нет,
Отрубить бы, конечно, этот свет нахер. Но зачем? О! Обосраться и не встать! Ты откуда взялся-то, слышь, сволочь? Вот это ни хрена ж себе! Вот это обосраться! Молодец такой пришел! Тьфу, идиоты! Так это ты сам с собой что ли разговаривал? Тихо, что-то я не подобрал. Конечно, и фильтр не подобрал. 20 минут. Намаз. Можно тебя отрубить как-то, а? Очень уж он слепит. Так, как туда подняться теперь? Ага. Блин, вот если сейчас я не найду заметку, то будет прям печально. А как туда подняться теперь? Ага, окей, понял. Той лестнице. Я вас обшмонал? Шмонал. Что, подтуда, да? Подсюда можно подняться, да? А, нет. Мне туда надо. Собственно, особо нечего переживать. Мы без противогаза. Так, а куда нам вообще идти-то? Что-то я немножко не понимаю. Ну я понял, окей. Блин, а где же заметка-то? Где же заметка-то, слышь? Ой, ой, у меня все плохо по патронам, перезарядить. Не буду перезаряжаться. Блин, реально все плохо по патронам, надо что-то делать. Кто-то тут должен быть по-любому. Очень уж длинный коридор, кто-то должен быть. Я жопу чую. Фильтр. Есть фильтр. Спасибо. Видишь, как заметил? Я с теми трошкой уже, извиняюсь, не придрачился к этому. Что, поверхность, да? Да, поверхность, окей, давай, давай. Ай, твою мать. Заметка! Я видел такое у тебя. Полезное? Фильтр-то? О, спасибо, дай. Принесу еще. Давай. Спасибо тебе, чувак. Я говорю, он умный капец. Я здесь. Вай, мать. Могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Да я понимаю, конечно. Обосраться, ты слышишь, что делает он? Он помогает. Ты с Минкиным, пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Так. Клевицкий остается со мной. Ага, окей. Есть, вот заметил. Есть. Есть, есть. Сейчас заметку прочитаем, все будет нормально. Заметка 1. Не знаю, что я скажу мельнику, приказавшему мне убить черного. Не знаю, что подумает черный, когда встретится с мельником. Что он вообще думает о всех нас. Когда я представляю, через что ему пришлось пройти всего за несколько дней, его должны были казнить как урода-мутанта, и его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать как лагерную овчарку, чтобы она охраняла тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов, публики на потеху. А потом вывезли как собственность со станции. На которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел? Ну, блин, ну а он опять мне посвятил. Блин, чувак, вообще спасибо. Черный полезный. Или как я его называю, пустынный мальчик. Он очень полезный, короче. Ой, тьфу, твою мать! Угу. Не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так?
До упора идти? Мертвый! Тревога! Вот так. Быстро и хорошо. Зайдет сюда, получит пулю сразу максимально. Или нет, ножик он получит. Ножик получит. И сюда. Идите сюда. Блин, вот этот шнырь меня вообще не радует. Тихо. Вот там, короче, ты выпаливает меня светом, урод. Ты слышь там, ты быстрее булки свои разытывай. О, только ходить могут. Пошли. Дебилы. И жрать. Пошел взад. Мужики, вы потише. Ага, вообще оборжаться прямо. Ты долго тут круче наворачивать будешь? Да вроде никого. Ничего, найдем. Ты не таких ловили. Че, подкуда идем-то? Подсюда? Кто-то его видит? Никто его не видит. Потому что его не было. Это глюк. Это вы. Вас глючит, мне ребята! Кажется. А хотя нет. Черт. Так и знал, что он оттуда вас. Зачем повернул туда, идиот? Товарищ! Лежать, сказал! Так оттуда может пойти кто-то. Жопа еще и пойдут оттуда. Что? Серьезно, я обыскал? Охренеть. Ага, наводочкой! Наводкой работаю, черти! Теряем людей! Отомстим, кот! Пошел ты взад, слышишь? Как так-то, а? Отойдите его, товарищи! Вот так-то. А фильтр у тебя есть? Может, что-то изменилось? Ничего не изменилось, одевай. Ничего не изменилось. А, собственно, кстати, не то. Все, пока что все, по заметкам все, можно расслабиться. Так, я понял, куда мне нужно идти. А, я тут все смотрел? Да, все, окей. Дверь открывается? Дверь не открывается. Естественно, она будет открываться. А, подожди, нет, не сюда, окей. Это винторез? Это винторез. Серьезно, это винторез. Это винтор... Вот это винторез? А, это не винторез, это сайга. Тьфу ты, блин. Думал, винторез. Блин, так низко ходит местами, что я иногда думаю, что он присел. Он нифига не присел. Так, тут можно противогаз снять? Ну-ка. Ну просто тогда будем так, иначе я просто забываю и трачу очень много фильтров на эту хрень. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления рейнджера с тварью. Рейнджера в расход, тварь ждать. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя смертность? Или ты думаешь, что этот рейнджер, как тебя увидит, сразу в объятия бросится? Ну я... Никогда. Опять люди. Знают о нас. Очень красно. Что ты будешь делать-то? Почему я могу хоть без противогаза-то? Так точно. Есть три наряда вне очереди. И ну вот я дальше пройду, там, наверное, уже это можно будет сделать как-то? Снять противогаз.
Что такое? Сними вот эту. Сними. Что ж такое-то, а? Показалось, что проход. Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. Угу. А что такое-то? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Не простой это. Ух, етит твою нахуй. Что наша группа поезд гензейский захватила. Так вот, один всю эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Вообще-то один, если что. На минуту, придурки. Один! Зверя не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожнее. Разговорщики, смотрите там внимательнее. Внимательнее. Садисты? Это вы. Садисты и мрази. А я? А я? Спасаю людей на минуту. От вашего? Вы поняли. Что? Кто здесь? Блин, то ли почудилось, то ли есть. Не идите сюда, пожалуйста. Что за... Да как так-то? Да как так-то? Обосраться пулями нахлобучили. Охренеть. Ага. Ныкается где-то. Ныкаюсь, правильно сказали. Так, мужики, спокойно. Не спешат пошли. Ну что? Сейчас, сейчас! Ищем. Не лезьте на рожон. Во, отсюда будем, окей. Угу. Блин, мне кажется, можно было бы взять этого тихаря. Ну, я даже не знаю, ну. Не, наверное, не буду его брать я. Идиоты, а вы идиоты вообще, я тут уже сколько нахожусь. Одно и то же твердите, тревога враг, тревога враг. Тревога раки, вот так, вот как надо говорить. Минус нахрен. Минус нахрен. Вы догадались, вы... Они реально не умные. Я у них на глазах спустился вот сюда. Они не догадаются сюда подойти. Они не догадываются подходить сюда. У нас потери. Чё? Вот здесь потом, там маленький. А фильтр... А чё ты без противогаза ходишь? Ни хрена себе у тебя магазин на нем. Обосрался, серьезно. К бою, у нас гости. Угу. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Спокойно, ребята. Минус нахер. Один как минимум. Может больше. Спокойно, товарищи.
ваших... Стойте! Тогда слоны бьют, а мочат пачками. Спасибо, кстати, за патроны для тихаря. У тебя был этот фильтр. Ладно, спасибо. Так, все, пошли всех осматривать. Ну, имеется в виду, как осматривать, обыскивать. Обосраться у них магазины. Вообще они обвешаны только так, серьезно тебе говорю. Это вам все равно уже не понадобится. Че, куда нам? А, окей, понятно. Угу. Чуть не заметил. Да хера мне патроны под револьвера! Хера мне нужны! Хотя, может, что-то заглючит, да я возьму револьвер этот нахер. Блин, они, конечно, гораздо, вот серьезно, делать вот такие вот коридорчики, которых можно просто нахрен зажать и расстрелять тебе жопу так, что ты потом не сможешь сидеть. Может, вообще сдохнешь нахер. Кабздец. Что тут произошло? Вот таком, как говорится, крупно сгорел. Что-то где-то падает. Здесь тоже они, черно-красные, угу. Боятся тебя. И все равно хотят убить. Правильно делают. Пусть боятся нахер. А убивать меня не надо, я нормальный. Убивать надо их, они сволочи нахер. Так, ну по-моему здесь уже есть смысл пострелять немного тихаря. А где? Нет, в смысле... Я только что увидел кого-то. Ой, не попаду, не буду стрелять. Блин, а я только что сверху видел кого-то. Куда он делся-то? Теперь вот сюда вот скажу. Ага, тихо. Ушел. Они... Чехнутый, я тебе сейчас говорю. Может, ушел? А может, проверить стоит, а? А может, ушел? Нет? А? А может, проверить надо? А может, ушел? Идиоты, а. О, спасибо. У тебя есть, кроме оружия? Не хочу брать оружие. Откуда вот тут пистолеты, пулеметы? Объясни мне. Я серьезно говорю, у них с мозгами какие-то проблемы, видать. Да ну, попал, серьезно? О, тихо, у меня по патронам все плохо. Да ладно, живой! Твою в задницу, беги! Бегите! Иди, иди сюда! Тут-то можно противогаз? Нельзя. Эй, идиот! Ты что тут забыл-то, в смысле? К ним, конечно, идти я не хочу. Но и 25 раз задерживаться на одном месте тоже, если честно.
Да неужели запалили, нет? Но они бы заорали. Идите, правильно, чё, идите сюда! Прямо на ваших глазах же люди помирают. Ничего такого, правда, мы пойдем. Ну, чтобы они как-то оттуда не вышли. Это самое главное, тут меня со спины замкнут. Динамит кинул, догадался, ага, упырь. Я не понимаю, что они орут. Лабуду какую-то. Ну ты либо иди, либо свали. Какие же вы долгие, зараза. Что, идет что ли сюда? Чего? А где он? А ты твою мать! Вот... Вот не вовремя, как сейчас он отошел влево! Ну пойди вправо! Для меня влево! Тихо, спокойно вижу еще. Как же вы меня все осточертели, так кто бы знал, а? Первые три пули пролетели мимо него, я это точно знаю. Как так-то? Не уследила, а? Отмить нахер, а там стимпонки, идиот, а! Пафосный придурок. Все, кончились. Личку использовать не буду, нахер надо. Сохранение отлично. Хотя, вру, нихера не отлично. Сохранение это всегда дичь. Тем более, вот после таких моментов сохранение это всегда не очень хороший знак. Тем более, когда пространство открытое, не хочу даже об этом думать. Видать, что-то сделал. Видать, Артём что-то намутил. Ты его знаешь. И он тебя. Кого знаю? Про кого сейчас? Хорошая у тебя иногда местами логика. Заменю, мало ли что. Блин, а это мне... Слышь, ты не охренел? Вали его, Чарли, вали его нахер! Ну что, здравствуйте, называется? Че это было сейчас? Уай, меня куда-то выбросило. О, здорово. Ты опять привязан? Твой Маш. Здорово, лесничок. Как все, спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Ах ты ж сволочь ты, лесная. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие деловые партнеры. Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить...
Избавьте от подробностей. Дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Обосраться, я в теле Лесницкого был. Убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим. У меня есть неплохой козырь. Ты? Что за хрень происходит? Обосраться, Лесницкий, тварь! Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Ну, понимаю, чё. Завалить этого, эту тварь я могу? Как бы ещё? Ага, всё, ты сдох нахер. А, М убить? Оглушить. Убить, конечно, нахер нам нужен. Он был очень вредный, опасный. Начинаю понимать, зачем вы убиваете. Ну, молодец. Кстати, написали в комментариях, что убийство противников вроде как мнения разнятся. То вроде оно влияет на концовку, вроде не влияет оно на концовку. Ну да похрен, короче. Если вы плохая концовка, я не знаю, как хорошая и плохая, вы напишите мне об этом. Собственно, может, я и сам пойму. Добраться до Красной площади. Противогаз можно снять? Понял, что сказал хрень, конечно, но все же. Нет, нельзя. Все, погнали. Будут, скорее всего, монстры, поэтому я возьму дробовик. А эту падаль обыскать нельзя? Все, до свидания. Минус один. Минус один. Минус один дебил. Это Лесницкий. А, Сусницкий. Мне кажется, что он слишком низко ходит. Так, я же тут все. А, нет, другой уже, да, видать? Это я с другой стороны вышел. Метро 1034. Угу. Так, а что, туда, да? Туда? А, не, я отсюда вышел. Туда. Ну, монстры будут здесь, это... Тут, я думал, это лезть-то в никуда. А, нет, куда? Так, а что у нас, да, теперь новые заметки появились? А, нет. Хотя, да, у нас же... А, вот сейчас тогда... Окей, сейчас появится. Город призраков. Сеял ветер, пожнет бурю. Черный открыл для меня мысли Лесницкого. Я знаю то, что знает он. Война уже бушует в них. Семена, которые посеял Корбут, взошли. В полисе созывают мирную конференцию. Смешно и глупо. Война уже началась и не прекратится, пока в метро останется хоть кто-то живой. Все, кто пытается остановить ее, пытаются остановить ураган руками. Я должен добраться. О, идиот! А, я думал, все. Много. Не видят меня, не слышат. Живут и не живут. Очень странно. Да, весьма. Новое задание, окей. Мертвый город. Исследовать мертвый город и найти проход на Красную площадь. Ну, пошли. Вот они. Охренеть. Воу, ты ничего себе, конечно. Только так петляешь. Открой дверь тут. Ты же умеешь, Улька. Вот, тебе пригодится. Что? Где? Что пригодится? О, спасибо тебе, чувак. Все, я все взял. Спасибо. Спасибо огромное. Так, ну началась поверхность уже там
Поверхность, поверхность. Начались дома. Ага. Увидел уже ловушку. Перерезай. Так. Как перерезать? А, окей. Все. Это первый перевалочный пункт. Продолжаем исследование. Ага, нормально. В большом дворе к северу еще одно убежище. Я даже не увидел, откуда я подобралась, честно, его. Уходите! Немедленно! Здесь гиблое место, нет времени объяснять! Повторяю, немедленно уходите, иначе в мех! О, медведь! Как пасхалку оставили, да? Ну, в Эксодусе есть такая дичь, кстати, вместе со спасением медведя. А что, все, что ли? Ну, видать, ладно, пошли отсюда. Я везде все обошел, да? Собственно, убил только что тень. Они мне враги, друзья или... Спасибо. Подожди, и как это называется? Стой. Враги... Друзья или нейтралы? Нет, скорее всего, нейтралы, мне кажется. А, мертвый город, заметка 1. Нам опять идти поверху. Здравствуй снова, Москва. Город-склеп. Город-павший герой. Город, от которого отлетела душа. Для меня он больше не родной. Мой родной город остался в прошлом, но он родной для маленького черного. Как странно. Согласен. Есть чутка. Фильтр, спасибо. Так, вот если я спрыгну вот сюда, это я куда попаду? Ладно, не знаю, не буду рисковать. Мало тут ничего есть, заметка например. Так, окей, можно выше поднять. Сейф, у меня есть ключ. И, собственно, все доп. Оружия у меня тоже есть. Сколько там? Давай мне. А какого у меня противогаз такой раздолбанный, слышь? Во, надо искать где-то и срочно противог. Так, а я куда вышел-то? В какую-то жопу? Так, ну мне надо сюда сходить, потому что мне противогаз новый нужен. А ты что-то не заметил, как он опять сломался? С кем я дрался опять? Так, а это что за дичь-то? Куда мне идти-то? Так, а я не понял, это я... Ну и какой-то хрен. О, отлично. А, возьми. Поменяем. Не разбитый? Ну-ка. Не, вот как раз хороший противогаз. Быстро, 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 радиация! Все, выходим отсюда нахер. Так, а я не понял, куда мне идти-то? Маленький человек здесь ищет другого человека, не такого, как ты. Женщину? Да, женщину. Маму. Ничего себе. Да
куда мне? О, черный, ты не лагай. Маленькая смерть. Это для твоих врагов. Да ты мне патроны будешь носить. Да слышь, ты бесценный. Я тебе серьезно говорю. Это настолько бесценный. А, вот подсюда, видать. Ну да. Ну, возьму-ка я дробовик. Ой, чуть мое сердце, что будет жопа. Началась вода. Вся херня. Ловушки, херушки. Так фильтры все равно очень быстро улетают. Я тебе серьезно говорю, фильтры улетают только так. Блин, а черный слышал, он мне патроны приносит. Бастрац, конечно, в орете. Черный молодец, вообще, он мне патроны приносит. И все прочее. Блин, дай мне сохранение, уже время-то так порядочно прошло еще. Блин, вот кого жалко по-настоящему, прям вот больше всего, это, конечно, детей. Ну, но все равно же, как бы, дети, они еще не прожили жизнь, как надо, и сразу забросили их в апокалипсис с этими монстрами, хирострами. Всем прочей, всей прочей хренью, что это такое? Да! Это та хрень, которая стреляет стрелами! О, нихера себе! Блин, а чё опять с противогазом не так? Чё он опять разломанный? Блин, ну, вот я теперь не знаю, чё мне оставить-то. Вот либо взять вот эту дичь. А, да, наверное, заметь дробовика. Блин, ну ты так-то ничего прикольное. Ну, либо я поменяю свою эту самую. Сколько у меня вообще стрел? У меня 32 стрелы. Зачем брать практически арбалет? Я даже не знаю, если честно. Тварина! Ты видал, что сделала? Так, жахнуло, что у меня же противогаз сломался. Вот я тебе что сказал? Куда идти-то мне? Так. Показывает туда. Так, ну, видать, тут как-то можно обойти. А, ну вот отсюда, собственно, можно, окей. Тихо, спокойно, беру дробовик. Странно. Твою мать. Глазам не видно плохо. Тени видно лучше. А ты мне в драках будешь помогать? Началось. Что, такая хрень законна? Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. То, что я как бы еще не достал оружие, а вы на меня уже прете толпами. Нет? Ни хрена? Нифига себе. Даже не знаю, на всем деле, что это за патрон. Ну, значит, на винтовку, видать. И у меня уже были такие, судя по всему. Но он нигде не отпечатался, если. Опять какая-то хрень со временем, да? Опять куда-то меня двинул. А, не.
По стелсу нужно? Я на самом деле не был уверен, что я попаду. Но я попал. Дайте мне сохранение, пожалуйста. Что за дичь происходит? Какая-то параша, я ничего не понял, честно, сейчас. Нет никаких ловушек. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Ну ладно, извини. Я же не знал, что мне помогать-то будешь. Я же не знал, что вот так вот все случится. Думаешь, я знал? Нет, конечно, я не знал. Здесь какие-то дебри. Тут, походу, дохренища разных выходов. Их очень много, я тебе серьезно говорю. Их вот прям дохрена. Ну пока так тогда побудем. Так, замени-ка фильтр. Так, блин, ни хрена из этого дождя долбанного не видно. Так, в смысле? А, туда! Один выстрел. Один. Считаешь? Считай. Один. Выстрел. И монстр лег нахер. Ты видал, как стреляю? Молодец. То вообще можно запрыгнуть? По-моему, нет. Вот, а если прямо вот так вот разбежаться и прыгнуть? Не, нельзя, окей, нельзя. Что-то я немного... Так а тут-то я никак не пройду? Нет. Блин, сохранения нет. Что делать? Мне говорят идти сюда. Знаю. Уже где-то какой-то проход. Фу, идиот. Вот скорее вот сюда же можно пролезть. Я говорю вам, я иногда. Почему вы поняли? Во, сохранение. Все, короче, давайте, я думаю, на этом заканчивать. В следующей серии продолжим. Вот как раз и час подошел. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Кстати, подсвечу, там где новый ролик по метро и другим видео, другим играм. Я не знаю, когда конец, но это какая серия? 10-я, по-моему, уже. Юбилейная, поэтому... Собственно, да. Все, ребят, всем до встречи, всем пока.